Дорогие земляки, неожиданно, непонятно, с какой стороны к нам пришла беда. Это коронавирус. Мы все переживаем, но мы надеемся, что это закончится. Мы в преддверии майских праздников. Много людей в прошлые годы выезжали на Майовки, на природу, отдыхали. Сегодня я призываю всех, остановитесь, побудьте дома, побудьте в кругу семьи. И одна проблема наша – борьба с коронавирусом. Давайте уделим внимание своим детям, своим родным и близким. Побережем себя и поберегем своих родных. Удачи вам!